уважаемый Александр Николаевич. Высокие почетные гости нашего форума. И конечно же, гости-участники форума, я сердечно вас приветствую. Это наше первое мероприятие в рамках двухдневного форума, 60-го студенческого, посвященного памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского, просветителя Сибири и Америки, Икутии Небесного Покровителя и Дальнего Востока. Вот эта личность такая деятельная, удивительная, церковная, общественная, государственная, столько много оставила полезных плодов в жизни Дальнего Востока, в частности в Якутии, что вполне может нас объединять для совместного общения, воспоминания о нем, о значимости его деятельности. И я рад тому, что вы откликнулись на наше приглашение и разделяете с нами этот студенческий форум. Вы уже имеете все программы, мы просим, чтобы вы придерживались этого расписания для более четкого исполнения программы, а мы со своей стороны рады будем помочь вам увидеть Якутию, Якутск во всей ее красоте, его красоте, тем более, что многие из вас первый раз в городе Якутске. В рамках форума Свято-Иннокентьевского студенчества мы сегодня проводим круглый стол, посвященный 220-летию первой миссионерской школы для детей при Спасском монастыре города Якутска. Это достойная страница истории православия в Якутии, связанная с очень достойными людьми. Об этом мы будем сегодня говорить и слушать из докладов специалистов. Ну и завершим это наш круглый стол выступлением первого заместителя председателя Государственного совета Республики Саха-Якутия Александра Николаевича Жиркова, который в центре здесь, в президиуме, находится. Я хочу особую благодарность выразить Александру Николаевичу, потому что именно он стал инициатором проведения этого мероприятия. Александр Николаевич, спасибо сердечное вам и всем вашим сотрудникам.